Доброго времени суток. Сегодня у меня, видите, мангал опять. Расскажу вот про такой мангальчик, чем он интересен, про его размеры. Ну, как вы понимаете, если кто знает, я делаю шестерки. Шестерки сами жаровни не меньше. Но ножки, это, наверное, в следующем репортаже. Про конструкцию расскажу, могу, если сегодня только краешком задеть. В основном про это. Но ножки я вот, смотрите, сразу. Видите, здесь чуть-чуть пошире сделал, чтобы он был более устойчив. Это из четверочки пластиночка, 4 на 40. Видите, ну ножки 25 на 25, вставляются они в 20 на 20. Отверстие охренительное, тяга вам обеспечит. И под шампура. Это все, естественно, плюс. Можно в один ряд, можно в два. Меня это не волнует, как заказывает клиент. Дальше ручки кованые, видите, декоративные, красивые. Вот, как вы видите, вид сверху. Видите, вот я стою, вот так удобно здесь шампура вставлять. 70, сама жаровня 70 на 35, я считаю, самый такой стандартный модель. Вот так вот шампурики лежат, видите, вот хопа, видите, вот тут так она держит. Чуть-чуть есть небольшой надел, чтобы легко вставлялся, легко вынималось. Ну а потом можно вот так вот хоп, кто не знает, вот так оп, и вот так взяли и положили, она у вас просто-напросто лежит. И здесь она, можно как-то, может, чуть-чуть на ребро там, хоп, вот так вот, да, видите, чуть-чуть так. Потом, допустим, если кованые ручки, они из тонкого металла, там идет максимум полтора, варю, видите, вот такие вот, отсюда и отсюда, варю и снизу, и сверху. Ножки я тоже сейчас покажу вам, то есть здесь варить, если вы постоянно закапываете, если лучше, конечно, приварные, потому что, видите, что значит ножки, вот, смотрите, сборно-разборные ножки, у вас люфтец будет всегда. Потому что здесь чуть-чуть у вас там миллиметр тут, вот они немножко гуляют. Но зато можно снять, сюда положить и куда-то поехать отдыхать. Да, сразу говорю, вот есть мангалы вот такие. Можно то же самое, только шестерки. Видите, серьезные вещицы. Потом мангал я вот сейчас заготовлю такой. Тоже сейчас могу показать. Видите, специальное. Про него, думаю, будут подробно рассказывать. У меня такой еще есть один мангал, про него никак репортаж не сниму, серьезнейший есть, только выше, и здоровее, и длиннее. Ну, схоже, видите, из уголка, как сделано, покажу. Но более подробно в следующий раз. Видите, вот уголок. Конечно, там будет полк еще, но я еще не доделал. Это, скажем так, для затравочки. А если вернуться к этому, то провар вполне достаточно. Видите, вот так. Больше, я думаю, не надо, все, он держится крепко. Высота какая? Высота обычно там 14, мне заказывают 18 сантиметров. Кто хочет 20, бывает, заказывают 20. Но вам нужно будет углей больше. Вы сейчас не пугайтесь, я его повалю, покажу, как ножки. Вот так, я просто не могу. Видите, они даже сами слетели. А теперь вот я покажу, как я их переваривал. Здесь, естественно, 20 на 20 все в круг. И здесь варится, естественно. Видите, все тут подзачистил аккуратно. Ну и потом ножка вот эта берется. Вот так вот. И вставляется. Вот она, видите. Конечно, я говорю, когда все сварная конструкция, совсем все по-другому. Вот так вот. Я просто, одна рука у меня камера. Это сюда. И вставилась. Вот вам без проблем. Вот так вот общий вид у вас, да? Вдвоем удобнее его будет ставить. И вторую также перевернули и, пожалуйста, жарить. Но вот за счет того, что она не приварная конструкция, вот такой у вас будет люфтец. Но зато можно положить. Ну, отверстие еще раз 16-миллиметровые, через каждый, допустим, 7 там сантиметров. Но это, я говорю, кому как нравится. Я думаю, хотите без отверстий. Но сами мне мангальщики сказали, отверстия нужны обязательно. У меня заказывают мангал, это точно нужны. Вот смотрите, опять нюанс, кто будет делать, если заказ. Вот видите, тут и специально все хорошо продумано, она залазит, но он захотел 90 сантиметров, а мангал у нас идет 70 в длину. Поэтому, естественно, 2 сантиметра у вас никогда не залезет, если меньше заказывать. Но он, если хочет, может всегда самому чуть подрезали там кончик, и нет проблем. Здесь я почему сделал пошире, тоже можно, она не залезет, даже если она залезла так по длине, то она по ширине может не залезть. Но я почему и сделал, думаю, раз она так не залезает, пускай чуть по ширине. Тоже взяли, отрезали тут, и у вас все по ширине залезет. Я сделал, чтобы ему было поустойчивее. Понятно? То есть, хочет, руки есть, то есть вы взяли, там укоротили, он заказал 90, я ему сделал 90. Можно там отрезал,
он залезает уже по длине, а по ширине тут подрезается. Подрезается, это минутное дело, и у вас ножки будут туда попадать. Так что, когда заказываете или спрашивает кто, или кто делает, думайте об этом. Вот этот нюансик такой надо продумывать. Но мне так заказали. Ну и смотрите дальше фото. Спасибо за просмотр. Можете лайки ставить, дизлайки. И следите за обновлениями. Ожидает большие тут у нас изменения и новиночки.